Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. После сбора урожая в земле остается огромное множество патогенных грибков, часть из которых погибнет зимой, а часть выживет и будет уже в следующем году портить наши овощи. И вот вам мой совет, говорю не понаслышке, а из собственного опыта. Пролейте землю после основных культур М-препаратом. Можно приобрести любой М-препарат, но в основном самый популярный и который на слуху называется Байкал М1. И действительно, пролив грядок осенью М-препаратами после овощных культур дает потрясающий результат. В следующем году все растения будут стоять здоровые и пышные, без признаков болезней, словно умытые живой водой. А земля становится практически черноземом, структура почвы заметно улучшается. В это сложно поверить, но это так. Важным условием станет пролив почвы именно в теплые сентябрьские или августовские денечки. А дело в том, что полезные бактерии препаратов хорошо работают только в тепле. Научно доказано, что полезные бактерии, попадая в землю, подавляют патогенную микрофлору, очищая землю и тем самым защищая растения от болезней. Соответственно, и урожай увеличивается. Также полезные бактерии восстанавливают плодородие и ускоряют процесс разложения органики в земле. Очень хорошо проливать землю Байкалом после заделывания сидиратов в землю. От этого они перегнивают на глазах. Все, что вам нужно сделать, это выбрать теплый денек и пролить грядки из лейки. На каждую лейку добавляем 2 столовые ложки М-препарата. Одной 10-литровой лейкой проливайте 3 квадратных метра земли. Плюс ко всему пролейте таким же способом грядки с клубникой и ягодные кусты. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!